Всем доброго времени суток, всем доброго вечера, ночи, не знаю, что у вас со временем, в общем, всем здрасте, и я не знаю, что сказать, я опять пропала, но я не могла не воспользоваться случаем и не поздравить вас с наступающим новым 2021 годом. Неужели наконец-то этот год проходит, и я не знаю, как вы, а я очень счастлива, потому что, ну, очень много перемен в этом году было, и хороших, и плохих. Ну, в целом, год, конечно, был паршивый, но мы с вами его пережили, мы смогли. Мы не заболели коронавирусом, а кто, если вдруг заболел, тот обязательно вылечился. Я в этом просто уверена. Вот. И я хочу сказать, что мы крутые ребята, и огромное спасибо за первую соточку. Я увидела, я заметила, я просто искала время для того, чтобы сказать вам огромное спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы меня смотрите. Я, когда мне сказали, что у меня соточка, я просто была счастлива, как не знаю кто. Я была на самом небе от счастья, я писала кипятком и говорила: да, это моя первая сотка. Надеюсь, что сейчас не 99. Вот. Огромное спасибо, что вы со мной, что вы меня смотрите и продолжаете быть со мной, даже несмотря на то, что я стала очень часто отсутствовать. Ребят, я очень хочу записывать видео, но просто сейчас, в последнее время, с моей работой, ну, у меня просто не хватает на это силы времени. Я прихожу с работы, врубаюсь и просто такая: не трогайте меня, пожалуйста. Вот. Но при первой же возможности я сажусь за ролики. Как вы понимаете, сейчас возможности просто нет. Вот, кстати, если вдруг ты потерял елочку, вот она никуда, она здесь так и стоит, наша традиционная елочка. У меня сегодня красивый камин на заднем фоне, у меня гирлянда горит. В общем, Новый год в самом разгаре, тут еще есть шампанское, но я тебе его не покажу, потому что 18+. Вот, как-то так. И еще раз огромное спасибо, что вы со мной. Я хочу вам пожелать много не пить, потому что голова потому что болеть будет. Вот. И очень хочу, чтобы Новый год, новый 2021 год, принес нам только радостные минуты, радостные мгновения, и чтобы у нас с вами все было только очень и очень и очень и очень хорошо. Я вас всех люблю. Вы мои сладкие зайки, и мы с вами увидимся в новом году, в новых роликах. Впереди только самое лучшее, самое топовое, и всем наступающим 2021. Всем пока-пока!